Вы должны понимать, что любое новое вызовет у вас беспокойство, потому что нет автоматического способа действий. Это вот как, понимаете, вот пример я приведу. Вот я плаваю нормально. А мне говорят, а давай плавай, плавай с ластами. Я думаю, интересно. Но я не умею плавать. Я иду туда с этими ластами, а у меня коленки больные. Это ласты все. И я думаю, господи, боже мой, что, кто мне даст ласты, убью всех. Вот. Это что такое? Это отсутствие навыка. Если бы у меня соответствующий автоматизм существовал, то нормально, да? Но мне, но что, я не могу начать плавать с ластами? Да я так могу начать плавать, что страшно делать всем, как я просто без ласт жить не смогу, понимаете? Но это надо навык сформировать.